Всем доброе утро. Слушайте, у нас 6 утра. На улице тьма тьмущая. Такой ж... Ой, товарищ он мой. Ты чего тут сидишь, бля? Это вот эти грызуны, бля. Жрут. Он нихера не боится. Жрут мои цветы. Этот какой-то прям, я не знаю, ураган-бураган нас ждет какой-то. Апокалипсис, что ли? Иди, сидит он. У него даже в траве не видно, да? О, небо черное. Ну, ни хера не боятся они. Тут под кустом живет. В этом году, кстати, этих зайцев тысячи. Я не знаю, они прям расплодились. В прошлом году было мало. А в этом году, ой, прям... Особенно рано утром просыпаешься, их тысячи. Везде. Ну, сидит, да, вот. Смотрите, вот, я не знаю, какой-то этот шторм сегодня будет, ураган. Бураган, непонятно, какое-то небо такое все, да, прям. 6 утра. 6 утра. И уже страшно. А дальше что? Почти как домашний питомец. Ну все, буду собираться на работу. Сегодня я в этом, в своем доме-дурдоме одна. Всем желаю хорошего дня и хорошего настроения. Так, хочу показать вам, что у нас за окном, да? Но камера не передает. Вот включаю свет. Ага, идем на улицу. Ну, вот без 27 утра. Обычно уже все, солнце встало, птички чвиринькают. А тут прям, слушайте, конец света. Ужас. Как будто вот такая вот глубокая-глубокая зима. Короткий день. Когда там у нас? 25 декабря, да, самый короткий день. Ну, не знаю, ну это кошмар какой-то. Ну все. Сушим сухари. Ждем. Ждем-с. Что там на нас лезет? Специально вылезла на крышу поснимать вам. Уже чуть-чуть так тучи. Тучи немножко ветром разгребло, но все равно. У нас это, видите, все здание облеплено вот этими вышками. 5G. Дождь идет. Валю домой.